Так, всем огромный привет, друзья. Мы приехали с Викой в эпицентр. Надо купить папе стеллаж в сарай. Сейчас вам покажу. Мы зашли в такой ряд красивый, где камины. Сейчас поближе покажу, на единичку сделаю. Там мы с Викой смотрели один камин. Ну, Вике один понравился, мне совсем другой понравился. Это слишком простенький. Хоть и не стоит, видите, 12 тысяч. Видишь, как вот это сделано? Как с дешевой такой обычной какой-то мебели. Это мне не очень нравится вот это. Да. Вот этот, который 19. Но опять же, ты видишь, вот это стекло надо будет протирать. Ты видишь отпечатки пальцев на нем? Не, ну все равно, а ты же будешь потом вытирать, вот это садится, все, пылюка. И там еще смотри, сколько. У вас большой тут, кстати, это возле метро. Как тут улица, Вика, называется? Да, у нас такого выбора там нет абсолютно. Это очень большой. Ну, этот такой себе. А, вот они, видишь как? То есть он тоже включается, просто это как более как открытый камин получается. А вот, вот этот, вот Вики вот этот понравился. Вот этот же тебе понравился? А мне не нравится. Потому что он тоже с ДСП, просто спрашиваем. То есть видишь, смотри. Это то же самое, только крашеное. Не, это дорогой 2000. Вот мы нашли вот эти стеллажи, которые папа хотел. Вот смотри, типа вот такого вот. Видишь, он сейчас в скидке 600. Он прикручивается прям к стене. Он такой не найдешь, может, ну, они такие, да. Тут разные, кстати, есть. Это металлический крашеный, видишь, это более такой помощнее. Ну, нам не надо такое, нам такое более-менее вот этот классный. Дорогой. Ну, Вик, ты же понимаешь, что они тоже, глянь, ты сюда не нагрузишь, вот попробуй, какие они хрупкие, ты сюда не нагрузишь там 100 килограмм, это просто, знаешь, что-то такое там, там ящики с инструментами складывать, что-то вот такое вот. А сколько тут высота? 2700. Вообще 2000. Ничего не можем. Вика. Вика. Что ему делать? Вин ничего не может. 6. Ну вот, смотри, видишь, какие деревянные. Ну куда в сарай такое? Оно отшлифованное, видишь, это красивое такое. Это дорого. Пластиковый. Пластик вообще 1200, смотри. Там дерево. Дерево нам не надо. Ну, мне вот тот нравится. Пошли, я тебе покажу, какой вот такой вот. Я тот смотрел, что папа хотел сам из досток себе сделать. Сейчас покажу, покажу. Да. Он хотел вот такие стеллажи, он смотрел их в эпицентре, только то, что он хотел их сам сделать. Я говорю, что ты будешь делать, если можно купить? Там есть, смотри, есть вот такие, а есть вот этот, смотри, какой. Ну, я сказал, вот он сейчас. Ну, похоже на этот, который там. Да. Ну, они тоже, видишь, такие. Профиля, но ты ж можешь их крепить к стене, и они как бы тогда будут на стенке более устойчивые, понял? Ну, этот хороший, но знаешь, что мне вот это не нравится, вот это потом может со временем намолчиться и сгнить, понимаешь? Ну, как бы мне кажется, что все-таки металл, вот даже если он и поржавеет, да? То он как бы останется, его потом можно просто подкрасить, да, и все. А сколько ты хочешь купить? Ну, я буду или один вот такой широкий взять, или вот такой вот. Или можно взять два вот таких по 600, смотри. Сейчас я покажу. Вот. Просто видишь, оно ж не закручено нормально, видишь?
Это же раскручено все. А потом, когда оно скручивается... Это побольше размер, да? Это получается 1,50 на 750, да. А можно взять два таких. А чем они? Ну, этот, наверное, помощнее? Не, вы... А, стой. Цена, видишь, как бы. А что он тогда? Металевый СПО-1. Фарбованный. А. Да никого нету. Четыре полки, потому что, может, здесь... Это вообще 200-700. Охренеть. Цены, конечно. Так, ребята, мы вышли с Викой из этого, господи, с эпицентра. Там еще кофеек попили. Взяли такие два стеллажа. Ну, потом посмотрите. Они, конечно, такие хрупкие. Я уже к папе подъехал. По 600 гривен. Вот, я взял вот такие. Ну, в принципе, это более-менее то, что есть. А тратить деньги на дорогие стеллажи зачем? Так, чтобы можно было какие-то маленькие инструментики поскладывать. Да и все. Сегодня в куртке, потому что у нас 12 градусов, очень холодно. И дождь идет. А завтра мы собираемся на грибы. Я уже подъехал. Заезжаю в ресторан на Игрень. Я вчера усыкался от смеха. Как почитал вот эти отзывы, там сделали ресторан на Игрень. Это просто жесть. Люди, вы просто молодцы. Честно, респект вам. Вы умеете поднять настроение. Скоро мама приезжает. Скоро мама приезжает 28 числа. Какого? 28-го. А, мама приедет. Через какое число сегодня? А сегодня 23-й. А у нее? Через 4 дня. А, вечером. Вечером, да. Через 4 дня. Что вы їсти приготовите? Сейчас ничего. Когда мама приедет? А, я, когда мама приедет, то борщика приготовим, котлетки приготовим. Смотри, это вот такие вот стеллажи. Размер какой? Я, можешь не открывать, я просто, чтобы показать. Я в магазине показал более-менее. Значит, тут смотри, 1,500 метра, это сейчас, чтоб, это, по-моему, высота, длина 750 и ширина 300. На одну полку 40 килограмм. А это что, Саня? Они такие, как с профнастила, но, знаешь что, полки металлические. Потому что и там были деревянные, но если вдруг намокне, а их знаешь, что надо? Там дырочки есть, берешь шуруповертом и к стенке их прикрутил, чтобы они... И они не будут... И ты возьмешь такое, смотри, сделаешь одну влево и другу вправо, и они будут сплошняком к одной стене. И ты там себе можешь складывать, что хочешь. Потом ты разберешься. Ты это такие полки, что ты можешь и внутри себе сегодня в зале сложить, а потом их вынести и это. Да, не, я уже там. Ну, потому что погода плоха, чтобы тебе не было плохо та, их... Да там же знаешь, что надо, там же надо внутри порядок. А не с такого, ну, можешь чуть-чуть открыть, подивиться себе, чтобы ты понимал, какие материалы. Да я уже понял, Ну, давай. Ну, они сейчас по скидкам. Там, конечно, есть там такие заоблачные, 4 тысячи, ну, куда, 600 гривен, я думаю, для сарая с головой хватает, 600 гривен. А так, а я хотел брать там уголки и то доски бы вышло еще дороже. Да? Так а зачем? Вот это взял тебе с головой хватит. Да я говорю, а вышло бы еще дороже. Конечно. Ну, конечно так. Да, да. Ну, правильно. Щось там люди писали, что морковка плоха була. Ой, та була отака. Потому что її не проріжали. Так. Надо її проріжати. Нічого страшного. Мама, посадили для собак. Щоб сонечко не потекло, щоб п'яти. Байка, у нас є собачка. У нас є собачка, то вони поїдять. Вони їдять. А то як ти розкривай? Бурячок. Це що, молдавський варіант? А я хочу так. Свій бурячок. Давай, що я буду розкривати так. Треба було, наоборот, другу сторону розкривати. Ти розкриваєш там, де намотано найбільше скотч. Ну, так що. А ти хочеш, щоб я повністю витащив її? Ні, просто верх, щоб ти подивився матеріал. Ну, я понял. А вы включили уже теплые полы на кухне? Да, уже батареи. А на сколько ты градусов включил? Что-то оно нахера нагрело. Да подожди, я только на 46. А. То есть должно быть. О, поняли, какой? Вот. О, это... А потом, если что, можно подкрасить, если вдруг поржавело. Не, это хороший, лучше, да. Чем деревянный. Лучше, чем деревянный. Это такие полочки туда в сарай. И туда можно себе складывать там что-то. А где ты брал эпицентр? Да. Тобі хватить з головою тільки. Ти бутилку купив до сараю, такову, що він казав, Тарас пекає вже бро тебе поставив. Ото де доски, то як називати? Подшивку. Це треба на заводі заказувати. Це не так просто. Це треба ждати, заказувати, платити, потім через пару днів ділять і забирають. Це ж не в один день все. Це ж по розмірам ділають. Так нема. Ні, ні, треба ждати. Ага. То він каже, вже б доробив. Сьогодні був Віталій? А ми їм кабачок.
Ну, было еще кабачки дать, потому что уже вы не стоять, вы же ничего с кабачками не делаете. Мама сказала, что поставить. И вот так собака есть. Мама говорила, чтобы ей стать пора. Бачу свинью Женькину, сказал, что такая полная, беленькая, а морда черная. А я откуда? Оно ж не видно через забор. Хрюкала. Она еще дойкой филягалкала. Да, Доли. А сколько тут? Да, тут пишет. Одна. Выдерживает 40 килограмм. 40 кілограм на одну полку написано. 80, 120, 160. 160 кілограм на все. Только на одну полку должно быть равномерно. То есть 40 кілограм на одну полку должно быть. Там же внутри есть и шурупики, и эти, все. Ну, я думаю, что ты завтра разберешься. Видео снимешь, завтра разберешься, себе сделаешь. Так, иду я пить кофе. Бо я заходил в эти строительные магазины, та спрашиваю, где вы такие стеллажи брали? А она говорит, что... Ми говорить, де ти центри брали. Ну от 600, зараз по скидкам 600, а так вона що то около 1000 стоїть. 600 гривень, от, я лиш собі ставиш. Самвел на спектакль в Запорожжі поїхав. А, ні, в Дніпрі, в Запорожжі виступати. Містер Ікс, а завтра ми йдемо на гриби. Ти завтра одна на хазяйстві, дивись. Що? Плати мені за те, що я... За що? За те, що на хозяйстві. Хай конфету тобі. Я тобі куплю тапочки за те, що ти на хозяйстві. Я сміюся. Ну, вон у тебе вже тапочки є. Ти казала тапочок, нема вже тапочки появилися. Так тато ж купив. Дві пари. Так отут в магазині, в Романівни, все, що хочеш. А я дев, купив. Ти ж не можеш її отвести тут 5 минут в магазин піти пішки. Ну, так, смотри, які я хороші. Не підбереш. Пішов тато, купив велику. Так ти пойди сама тут 2 метри пішком пройтись. І а я так беру, а мать береді от нашу. Я набрав цілу сумку, принес, мать себе подошла ти назад. Вона мені так дає. Та не курточки в неї, і всі штани в неї, все, що хочеш. Якраз на старших людей в неї є все, що хочеш. Штани мама вже купила мені штани. А вони як гнилі тут. Скільки вони тут лежать. Трискають, як не наче. Ну так, тому що тобі, тобі худати треба. Я тобі казав, що тобі треба худати. А я що гладка? Я так похудала. То й штани й тріскають. Так похудала, не питай. Отак, Вірчик.